Многие годы, а уже не менее 10 лет, я нахожусь в состоянии, что я жду покушения в любой момент. И свою жизнь строю, исходя из этого. Я хочу сказать, что особенно активно эти испытания у меня были, когда я был в заключении, в тюрьмах, в зонах. Меня сажали в специальные коробки, где были просто просверлены отверстия, чтобы я мог только дышать. Меня заводили руки за спину, надевали наручники, я сидел в коробке, и в этой коробке меня везли достаточно длительный период времени. На меня организовывали нападения, и не одно в зоне. Я проходил голодовки. Я сидел многие-многие дни в карцере, где температура была около 10 градусов. А в зоне организовывали не одно покушение, и, как видите, я выжил. Не знаю, как другие это переживают, но все эти испытания привели к тому, что достигли обратного. Я прекратил чего-либо бояться. Да, я как нормальный человек опасаюсь, но сейчас у меня другие возможности. И, конечно, я возможные такие нападения ожидаю. Я вижу людей, которые за мной следят,